Давно не играл в Outer Wilds. Давайте побегаем чуть-чуть. Разомнемся. Я давно не играл, вообще ничего не помню. А что бы я сейчас попробовал, так это может быть... Попробовать получить какую-то концовку. Интересно, осмысленно это или не особо? Я уже так давно вообще никаких концовок не получал, что ничего не помню. Значит, нам, по идее, надо бы на час угля. Надо поспать. Я забыл, сколько, кстати, надо спать. Давайте попробуем там, типа, 3 минуты. Взял, испортил человеку настроение. Ладно, вроде достаточно посидели. Давайте слетаем теперь, попробуем заполучить гиперядро, или как его там называют. А, кажется, недостаточно. А может и достаточно? Нет, кажется, достаточно. Вообще этих башен не вижу. Так, это у нас солнечная станция, судя по всему. Так, давайте-ка подвинем корабль чутка. Я не хочу, чтобы он улетел.
Давайте куда-нибудь сюда. Да, и нам, по идее, сюда. Бедный на мае. Тупанул. Блин. Что же тупизм-то? Сюда, что ли? Сюда, давайте. Вторая попытка. Значит, надо было вот так сделать. Потом запрыгнуть в черную дыру, которая от этого образовалась. Не уверен, что я успеваю уже. Конечно, все равно я истратил огромную кучу времени. Как вернуться-то? А, вот так? Понял. Ладно, по идее, можно и успеть.
смотрите-ка, я успел. Как раз еле-еле успел, смотрите. Ой, меня сейчас может убить просто. Нет, ну не убило, конечно, но там волна знатная пошла. Короче, я сейчас просто не умру тупо. А можно тут и не умереть так-то. То я буду молодец. Как там? Это, по-моему, или как? Забрать у другого такую штуку нельзя. Я не помню, есть ли в каком-то из этих домов эта лампа, по-моему, может быть и нету ее, тем больше. Там за какое-то что-то странное было, в общем. Очень странное. Короче, шутки шутками, а лампы у меня нету. Тут всякого мусора, конечно. Ладно, давайте как-нибудь последние минуты потрачу абсолютно бездарно. Допустим, можно просто проспать их. Если что, я не обязан по смыслу не делать. Все, просто надо было лечь спать. У меня просто разбудит, когда надо будет. Что так лагает? Почему движение неплавное у этих зеленых частиц? Он как-то очень медленно мотает время в этом режиме.
А, ну еще сильнее сломалось. Там вторая волна пришла или что? Я чуть не очень понял. Почему башня тут упала это? Ну, кажется, это сейчас уже будет конечное. Ну все. Звезда взорвалась, а мы все еще здесь. А скоро забанят все-таки как-нибудь. Конечно, да. Когда-то уже должны это закончить. Ну или я что-то не понимаю. Игра, чего ты от меня хочешь? Нет, есть еще вариант, конечно, что игра залагала. Но мы же в это вообще не верим. А, вот, смотрите-ка, все закончилось. Маршмеллоу есть, да. Надо разобраться, что мы еще можем исследовать. Короче, еще один гениальный путь. Это погреться у костра с этой лампой и застрять в потустороннем мире.
Давайте поспим. Сколько там, 5 минут? Или 3? Вот нас интересуют эти две башенки. Они нас интересуют. Вот и приближается то самое. Смотрите, как он утонул. Очень смешно. Но нет, я хочу так. Ой, нет. Даже идиотская игра иногда. Или я идиотский, конечно, может быть. Он все-таки. Игра чего-то несусветно от меня требует.
Надо бежать вперед, только когда я увижу черную дыру, до этого не надо. Давай, 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 давай. Давай, ты чего? Где мой корабль? Сейчас сгорю в солнце. Я надеюсь, нет. Я могу сейчас прям ровно-ровно не успеть. Это запросто. А все, я вот ровно-ровно не успел. Придется искать альтернативный вход. А теперь вспоминайте, там альтернативный вход этот. По-моему, где-то здесь может быть. А, давайте фары починим. Хотя это, конечно, полный издевательство. Фары-то. Все починил или нет? По-моему, я пары не починил до сих пор. Ну, я же не знаю, где они.
Ладно, понятно, все, вы умерли. Проблема в том, что я вообще в этой незнакомстве не понимаю масштаба никак. Нет, это не то, что мне нужно. Мне нужен дымок. Где дымок? Вот он. Вот он дымок. А спим типа 3:30, не знаю. Вот в этом режиме он симулирует 1 секунду за 1/10 секунды. А в режиме зеленого огонька он почему-то в 2 раза хуже симулирует. Крестник поломан это. Ай. Кактус? Нет, мне сюда, похоже.
А у меня быстрее никогда еще ядро не доставало. Тихо, дайте я выйду просто, и все. Пусть корабль качается, блин. Ладно, возьму с собой. Давайте попробуем поспать просто очень долго. Вот видите, реально симуляция в два раза медленнее. Хотя казалось бы, зачем тут что-то так, ну, тяжело симулировать?
могу здесь дальше еще поспать? Или такого не предлагаю? Смотрите, я так не могу. И жуткие звуки. Что такие жуткие звуки? Зачем? Я понял, потому что это смесь двух звуков, которые вообще не предполагается, что должны накладываться друг. Давайте-ка вспомним кратко. Мы вроде бы наверх подняться не можем. Там просто дверь закрыта. Да, вот эту дверь, чтобы открыть, надо все электричество в доме вырубить. Я эту дверь вообще никогда не видел. Это просто так звук был? По-моему, да. Это не просто, чтобы меня напугать, сделали звук. Же все жуткое. О, музыка закончилась. Сейчас, наверное, мне скажут, что это очень важно.
Жуть. Это та же самая надпись. Это неинтересно. Ладно, давайте последний пробуем. Пробую с этой лампочкой прилететь. И там уже погибнуть. Нам сюда надо. Тоже летают искорки, но, по-моему, они гораздо более плавно летают. Хотя все еще видно, что не супер плавно.
Вот что ж такое-то? Я вот-то я что-то заблудился. Короче, насколько я знаю, эта штука должна меня разбудить прямо перед взрывом. Скажут, типа, сейчас спать нельзя.
Ладно, for science. Пробую спать очень долго. Что ты медленно симулируешь все это, ужас. Сейчас будем форсайнсить. Смотрите, задремать уже у нас не получается. Давайте попробуем тогда погибнуть. Нам дало сюда пройти, смотрите. На этот раз мы погибли, теперь мы существуем только в этом мире. Интересно, что нам оно скажет тогда. Сколько времени прошло? Никто уже не пытается вас поймать. Время течет и течет, превращая вашу прошлую жизнь в полузабытый сон. Вы хотите, но не можете проснуться. Очень интересно, что же это значит? Оказывается, открыли еще одну концовку. Интересно, есть какая-то концовка, в которой я все-таки пойму все, что происходит с этими странными чуваками-олейнами? А, нет, я хотел почитать, что вообще знаю про незнакомец, что я могу полезным сделать. Вот, я Звездный Грот вообще не обследовал. Может попробовать? Ладно, давайте это сделаем. Я надеюсь, там не будет скримеров, потому что я
Томился от них. Потом идти-то. Все. Ой, серьезно? Я даже не заметил, что там такое может быть страшное. Вообще очень давно тут не был, так что я не помню ничего в этом звездном городе. Все, водище. Конечно же. А, и вот там была пещера, в которую я еще особо не хотел. Свечи. Хотите, а там что был за огонек? Да надпись какая-то, которую я не посмотрел. Я в прошлый раз ее посмотрел. Там вроде типа написано «Запрещено проходить». Впрочем, я прошел, ладно. Вообще страшно. Туда нельзя это. Так.
Какой ужас. Тут сгорело все. Это место сожгли. Нарисован какой-то цветок, который что-то испускает. Эти галактики, видимо, потом сгорают или что? Короче, это сожженное поселение на Майе. Ой, фу, какой их на Майе. Оленей. Можно как-то в эту штуку посмотреть? Нет? Это просто телескоп. Ой, я грохнулся, господи. Может, можно назад вернуться, или я тут застрял за свою неаккуратность. Я тут застрял за свою неаккуратность. Знаете, из приятного меня вообще никто не пытался ловить, там еще что-то. А мне особо не приставали. Только пугали всякими стрёмными штуками. Типа вот этот звук шагов на втором этаже, зачем он? Туда я, по идее, уже сходил. Там больше особо ничего интересного нет. Теперь можно этот дом обследовать. Признаков жизни я тут не наблюдаю. Могу сюда прыгнуть. Спустились сюда. И зачем мы это сделали? Давайте попробуем пройти к этой штуке.
Надо, чтобы нас было не видно. Блин, надо мост потушить, но если я его потушу... Очень интересный. Оно меня разбудило и выгнало за то, что я сюда попытался попасть. Кажется, первый удар наклонит башню, второй удар снесет ее. Она полностью упадет. Это тоже звук не очень понятный. Зачем он был? Башня теперь слегка наклонена. Короче, тут есть хоть что-то полезное, кроме этого островка, на который мне не попасть? По идее, нет. Ну, раз нет, значит, мне туда не надо. А, вот это еще. Погодите, тут еще одно место есть. Я туплю, это не еще одно место, это просто цикл. Великий цикл, да. Вот, блин, цирк с лосями. Кстати, здесь я уже был, правда же? По-моему, да, я здесь был. Я вот это вот делал. Thank you.
Ведь наверняка телепорты должны быть парные. В любой момент башня упадет на бок и сломается. В целом, я думаю, что там мы лопнем. К сожалению, я пока слишком уж многого не понимаю. Давайте еще раз обследую, что тут ничего не было напоследок. Я, конечно, хотел бы эту штуку активировать как-то, но кажется, просто не могу. Что же оно может значить? Растение? Как будто руками что-то машет. И как будто споры это его галактики. Может, это око Вселенной? Не может такого быть. Да, похоже вообще, что это око. Вот же оно. Но это святилище оленя уничтожили. Им не понравилось. Ну, в смысле, понятно, что им не понравилось. Все. А, меня еще и выгоняет из игры.
Ладно, думаю, достаточно. Думаю, будет справедливо, если мы глянем этот самый журнал. Наверняка хотя бы одну-то новую запись добавили, а может и парочку. Думаю, да, будет честно, если мы глянем пару новых записей. Может, нам просто ничего не дали нового. Не такое случается. Ничего? Вообще ничего? А, что-то новое должно быть. Колодец в нижней части деревни охраняет статуя. Когда она меня видит, начинает звонить сигнальный колокол. На окраине деревни обнаружил сгоревшее здание. Я получилось найти путь ко второму входу в башню с помощью проекции добраться до верхних этажей. Давайте посмотрим на секретную шахту. Может, я в нее загляну разочек? Блин, точно, я забыл это сделать. Давайте пересмотрим мультик. Еще раз так. Смотрите. Значит, вот. Что это за место? Это... Что это за место? Так, это высоченная башня. На нее направлен прибор, во-первых. Погодите, я знаю это место. Это как раз вот тот самое сгоревшее здание. Да, то есть мы сейчас стоим в сгоревшем здании. И видим почему-то эту башню, хотя я вообще-то не видел. Поворачиваемся. Входим в дверь. Встаем на этот плот, да, едем. Вперед. Здесь нам, дорогой друг. У нас забирает дверь. Что мы дальше делаем? Мы едем в обратную сторону снова к зданию. И телепортируемся в специальное место. Тушим дальше. Что-то. Ладно, это наш шанс. Почему я говорю, что это наш шанс? Потому что, вообще-то говоря, в большинстве мест охраняют сраные олени, а тут они не охраняют. Давайте еще раз, что там происходит? Давайте еще раз пересмотрим. Итак. Передаем дверь нашему другу. Возвращаемся назад. Поворачиваем направо. И ловим где-то в дырке в скале руку. И тушим после этого еще что-то.
у чела появляется новый способ пройти. Удивительно. Надеюсь, мы что-то поймем. За что? Ладно. Я все напутал, надо было отсюда собрать. Так, начнем с простого. Идем вот сюда. Твою ж дивизию. Ну куда я спрыгнул? Зачем вообще такое делать? Вот эти места, где можно застрять запросто. Прикола.
То что? Если там можно спуститься. Там можно спуститься. Смотрите, вот на эту платформу верхнюю я вообще-то был бы не против попасть. Ладно, давайте разбираться. Где-то есть дыра, в которой меня примут. На самом деле это получили. То есть попробуем спуститься, что ли? А я уже внизу, я хочу наверх. Короче, я понимаю, что я все порчу, но я хочу сначала это попробовать. Где вообще? Ладно, давайте попробуем потушить, но мне кажется, что это там создаст огромное бурление говен. Я так и думаю. Я запутался. Ну,
кажется, это место больше не ламповое. Тут сейчас везде будут злые лоси. Ладно, все, я спокоен. Ух ты! Твою мать! Это же даже не смешно. Что я буду делать-то? Идиотская игра. Я думаю, там тоже сейчас будет охранник. Криповая, абсолютно криповая игра, конечно. Крипейшая игра просто. Почему меня это забрали? Не понимаю, кто это сделал? Дивизию, я почти успела. Господи, как же это сложно. Просто ужасно сложно. Давайте попробуем этого лося обойти как-то, я не понимаю. Упс.
твою. Нет, все, мне надоело. Игра слишком страшная. Все, я не буду. Я не буду. Нет, значит, нет. Ну, чел. Ну, ты издеваешься надо мной. Если тут все равно, я же даже костра не вижу тогда. Достаточно сегодня криповости, ладно уж, все. А мне скажут на это что-то хвалебное за то, что я это все проделал? Сделать должен был. Я должен был все потушить, и появится некая секретная шахта. Ладно, все.